Всем привет, с вами Лютик, и мы с вами продолжаем задротить, вернее, я продолжаю задротить в эту штуку. Собственно, остановился я на том, что я отвез туда повозку куда-то, там, зачем-то отвез повозку. Кстати, очень забавно получилось. Вот, и я вернулся сюда. Бродячий торговец, знаете, эта штука выглядит... Она странно выглядит, ладно, не будем к ней приставать. Ладно, так, возьму, наверное, у этого задания. Получить... А, нет, можно... Да, задание выполнено, можно получить. И, наверное... Ага, а что мне нужно сделать? Похоже, боевой дух бардисов сломлен, но они отказываются от своих земель, так что нужно воспользоваться победой и разгромить их до конца, продолжая охотиться на ибрисов. Окей. Шкура леопарда какого-то. Убить монстра леопарда. Видимо, леопард это очень страшный монстр, если его нужно убить. Ладно, так что быть, я это сделаю. Это не похоже на леопарда, ну да ладно. Так, 3, 4. О, давай, бей его, давай, бей. Бей его, давай. Ему нравится, когда ты его бьешь, давай, бей его. Так, ну что я такое обнаружил? Автоматический помощник. Что такое автоматический помощник? Так, погодите, 3, наверное, двоечка. Да, вот так вот. Вот, о, какой крит ударит, а смотрите какой. Ой, вот это мне не нравится совершенно, знаете. А, F3 действуй. F3. Они от меня отстали? Нет, знаете, они от меня не отстали, так что будем 4, так давай. Так давай, бей его, бей. Давай. Это не было сложно. Вроде бы. Да. Просто нужно использовать F3 все время так. Когти цветочного барса. Но я же убил леопарда. Откуда тут барс вообще взялся? Это я немного не пойму. Так еще нужно убить. В принципе, дофига нужно убить, так что. Так что будем как-то. Хотя даже. Я даже не знаю. Так, круто, новый уровень. Вау, как я качнулся так. Так, а рюкзак. Материалы. Вау. Окей. Мне нужен 10 уровень, а у меня 7 только. Ну да ладно. Это мы исправим. Так, давай. Тимана очень быстро регенится. Это хорошо, видимо. Так, F3. Не забываем, главное, использовать. Да, у меня сейчас все бронзовое стоит. Вернее, медное или какой там. Да, медное вроде стоит. Что это такое? Факел. Пока незажженный факел. Это, видимо, для квеста какого-то мне нужно. Или еще же для чего-то. Окей, этих я убил. Так, отправляйтесь в область Лысовика и поговорите с NPC Войль. О боже. Поговорите с NPC. А, запас провианта. Погодите, запас. Это где-то тут, видимо. А, ну. Окей. Мне тут явно что-то нужно уничтожить. Только ты не... А как я тебе его уничтожу, интересно? Я что-то немного недопойму. Ну да ладно. Я просто... Окей, отправляйтесь в область этой самой и... Что за... Я просто не понимаю немного. А, точно, факел, наверное, нужно использовать. Так. А, во-во-во, да, я правильно понял. Нужно его поджечь. Так, подожгли его. Думаю, сейчас чувак сгорит просто-напросто. Так, ну тут, конечно, жалко, что тут быстро бегать нельзя. Испорченный мех. Ожерелье полумесяца. Кстати, наверное, это возьму, наверное. Это, не знаю, не мое, но да ладно, я это взял. Так, зажгите фазу, уничтожьте. Поговорите с NPC Усмиренный тигр. Ну ладно. Видимо, он это сделать не мог, и поэтому мне пришлось это самому делать. Вообще, такой большой меч, он немного бесполезен. И, наверное, неудобно бить Усмиренный тигр. Да, завершено, давай. Принять. Погоди, я хочу... Отправляйтесь в локацию утес и используйте предмет дух ненависти, чтобы... Да, давайте туда пойдем, потому что...
в область лесосека и поговорите с NPC-воителем. Да. В общем, давайте сюда пойдем. Квест, который я не выполнил в первую очередь, так сказать. Надо, конечно, долго достаточно идти вроде. Но... Ну, хотя нет, на самом деле не так уж и долго. Тут еще у нас знак вопросика, это типа... И поговорить с NPC. Да, нужно будет с ним еще, кстати, поговорить, с этим чуваком. Ну да, сначала туда сбегаем, сдадим этот квест, и можно будет туда обратно идти. Грот барсов. Да, знаете, тут не такие уж и большие локации. Да. Ну, музыка неплохая, собственно. Наверное, ММО можно любить за музыку. А, что это было? Как я прошел-то? Что-то как-то я немного не понял. Ну да ладно. Так, хорошо. Рюкзак. Где-то у меня эта штука была тут. Блин, где же это рунное излечение? Не то. Это, а вот, дух ненависти. Бесплотный дух улетает, да, желаю вам покоя и... Желаю вам покоя и перерождения... Окей, вот мне он желает или сам себе? Что-то я немного не понял. Ну, давай теперь к нему бежим. У него должен быть какой-то квест ему сдать. Или, наоборот, какой-то взять и сдать. Да, так, у меня 7 уровень. Скаун, знания, погодите, навыки. Навыки, вот навыки. У меня свободно морали дофига, так что можно что-нибудь прокачать. Да, например, вот эту штуку. А, развитие силы нужно, давайте. Что это физически этот... Ну, давай. Так, завершить. Так, ну что мне теперь нужно сделать? Маленький пенек. Воитель переотвертий хочет, чтобы... А, погодите. Так, нож... 3 новых островных клинка входит. Новое дерево под углом. А, 3. Так, погодите. Раздобыть украшенный золотом и гравированным медным цветом топор. Топор с золотыми и с медью нет. Украшенный золотом. Наверное, это да. Да. Да, видимо, это был квест на смекалку какую-то. Что-то я как-то недопонял немного. Ну да ладно, вот мы его и сдали. Странно это как-то было. Это явно было очень странно. Так, давайте сейчас пойдем тогда вот сюда. Вот сюда нам нужно. Возьмем там этого товарища квест и пойдем тогда обратно. Я туда иду? Не-не-не, мне не туда нужно. Я пойду сюда лучше. Вот к этому. Прям сюда. Так, все, пока что нужно навыки изучить. Так, навыки. Тактика. Ну да, силу, получается, будем прокачивать. О, знаете, она уже очень много стоит. Ну да ладно. Так, сколько? 300, давай. Так, ты, наверное, тоже за 300, да? А нет, за 500. Смотрите, 1500. Ураган. 5. Наверное, тебя тоже будем прокачивать сейчас. А что для тебя нужно? А. Ну ладно. Учить. Ну тоже нельзя. Ну вот знаете, вот и все тут. Пока что учить ничего нельзя. Ладно. О боже. Когда люди получают уровень, то страшно звучит. Так, ладно, что-то нужно выполнить. Давайте. Хотите? Наверное, да. Я в этом не уверен. Перелетом это... О боже, ну зачем я так туда бежал вообще? Обратно теперь нужно куда-то. По всей видимости, я полечу обратно в город. А еще я заметил то, что этих деревьев нету крон. Это странно. Да. Странно. Ну да, похоже, я лечу обратно в город. Ну ладно. Алтарь бурь. Бури. Алтарь. Как страшно-то. Ох. Да, давай. Давай, у вас же нету тут замков, дворцов и так далее. Так, поговорите с броник. Бронзовая грозовая долина. Господи, это какая-то маленькая девочка. Ну окей, теперь мне с ней поговорить. О боже.
Вот обожаю, конечно, этим MMORPG. Нужно бегать из одного. Прибеги туда, получи то, и потом побеги туда. И все тут. Да, я хочу совершить перелет. Ты что у меня есть такого новенького? Бронзовая броня. Пыльные доспехи. Это, кстати, хуже вроде, чем... Да, это хуже, чем мои. Сейчас это хуже. Текущее снаряжение, железный меч. О, вот эту штуку нужно надеть. Или вот эту. Да. Погодите. Парные. Из чугуна. Отличный. Отлитый из чугуна с резиновыми... С резными узорами, господи. Чугун — это хрупкий металл. Какой дебил его будет в мечах использоваться? Он крепкий, но он хрупкий. Такс. Знаете, этот меч возьму. Так. А, во. Во. Сейчас другой меч, по идее, должен быть. Так, пока я буду смотреть, какие у тебя сейчас мечи будут. Такс. Ну да, лучше этот возьму. Кстати, странно. Парный меч наносит меньше урона. Эх, хорошо, давай. Да. Ну и что я должен сделать? Лесной шпион, господи. О боже, погодите. Вот, собственно, я и пришел. Да, телефон позвонил, как всегда, не в нужный момент. В общем-то, нужно будет лесных шпионов. Но тут, видимо, уже кто-то этим занимается. Так что буду им помогать истреблять лесных шпионов. Я не знаю. Видимо, это очень опасные зверьки. Если учитывать то, что у них почти нет ушей. Да, лекарство от ран. Звучит, а нет, али тебя убивать мне не нужно. А вот так, так, сейчас давай. Вот, давай сейчас покажем его. Наше мастерство. О, ё-моё, господи, да я сейчас сдохнуть могу так. Да уж, я так умереть могу. Отряд Роман. Не хочу быть в этом отряде. F3 нужно все время. Получение справочника монстров. Зачем мне ваш справочник монстров? Я не понимаю немного. Ну да ладно. Так, с вас и... Нет, 4 босса. Я кнопочки путаю. А-а-а! Боже мой! Не убивайте меня, пожалуйста. Я ничего не сделал такого плохого уж. Да уж, я... Боже. F3, быстрее. F3, кушай. F3. 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 Все нормально. Фух. Это было опасно. Да уж. Так, вот так. Нет, спасибо. Я не хочу, Роман. Господи, как он вообще придумал свой ник такой, а? Да уж, давай. Мочи. Давай. Хотя почему-то это... О! Нет, это заклинание все равно я не могу использовать. Жалко. Давай, о! О, как хорошо получилось-то, а? Ну давайте, все, собственно, я их убил. Жалко то, что тут нет кнопки подобрать все. Блин, я мог умереть, а? Когти свирепого леопарда, клыки леопарда, семицветный, что-то там еще. Облачный кристалл. Вот это, думаю, я подберу, думаю. Когти свирепого, это лекарство от ран. Семицветный ситец. Что, как стрёмно что-то звучит. Окей. Теперь нужно укращённый дракон. Боже. Я таким образом могу кого-то пугать. Ой, я могу быть привидением. Да, Каспером. Точно, надо было себя Каспером назвать. А что это такое? Синий божественный. Ждизетовое кольцо какое-то. Что это такое? Окей. Что это такое? Наверное, это надену. Когти леопарда мне, думаю, не нужны. Это тоже. А за 5 секунд устанавливает. Окей. Физическое жеребье полумесяца. Ловчий, но это не для меня. Не для меня, к сожалению. Это... Ну, это тоже не для меня. Да, жалко. Жалко то, что не для меня. Тут у меня что еще? Серьги... А, ну это я их пока что носить не могу, к сожалению. Ну да ладно. Собственно, пока что мне нужно... Куда мне опять нужно? Лесной беглец. Голова царя леопардов. Зачем тебе голова царя леопардов, чувак? Зачем тебе это просто? Я не пойму немного. Офига себе, карлик. Ну ладно. Давай. Не попал? Господи.
Да, что-то как-то телефон звонит в самый неподходящий момент какого-то черта. Видимо... Еще и смс-ка пришла, ну как замечательно-то, а? Вернее, это на самом деле нифига не замечательно. Так, знаете, я думаю, то, что через месяца два игры в эту игру у меня будет все забинжено вообще тут везде. Так, погодите, так, 4, 2, F3. Давай, бей их, малыш. На F3 тебя, да, бить нельзя, давай. На данную штуку не работает этот самый. Да ладно, не работает, так не работает. Опять тоже не работает, жалко тоже. Так не увижу, наверное, как он работает. У меня работает только второй и четвертый скилл на них. Так, давайте я тоже будем бить. Кстати, вот мана заканчивается, смотрите какая. Вот вы, наверное, ее восстановите. А, кстати, самое забавное, то, что тут скилки не сбиваются. Знаете, так привык уже, то, что хилки сбиваются, всякое такое. Так, давай, бей его. Бей. Давай, бей. Молнии его. Так. Голова царя леопардов. Голова царя леопардов. А где я найду тебя? Лесной беглец. Где я найду царя леопардов, интересно? Элитный пещерный леопард. Лесной беглец. Лесной беглец. Наверное, где-то там у тебя голова царя леопардов. Элитный пещерный леопард. Где не найти твою голову, чувак? У тебя вообще как-то фигня здесь вообще. Как вы тогда попали? Так, элитный. Да. Это будет сложно. Это будет явно сложно. Это будет явно сложно. Ну ладно, была не была. Да, была не была. Сразу буду юзать скилл, который помогает на лечению. Хотя знаете что, я его убью. Я его явно убью. Он слишком слабый. Серьезно, он очень слабый. Знаете что, я его убью и сам стану королем леопарда. Настолько это было легко. Да. И голова у меня теперь есть. Так, теперь нужно укращен. А, тут же нельзя прыгать, да? Да, тут, ну блин, ну несовершенная система какая-то. Ну то, что... фу, фрапс. Фрапс. Нормально все, фрапс, не переживай. Декс. Ну все, ребят, я убил вашего царя, бедняги. О, боже. Дебилы какие-то там вообще. Я, понимаете, любил тут их царя. Можно сказать, осквернил их историю и так далее. Они тут... Да, ребят, нормально, все, не шевелитесь. Вообще ни разу не надо. Автоматически... Нет, она не запрещена? Нет. И доложите укращенному дракону. Давай, доложу тебе. Ты этого сам сделать не мог, да? Так, хорошо. Я сейчас, кстати, получил какую-то няшку. Вот давай, физическая защита, магическая... Давай один. Почему бы нет? Это так красиво. Завершить. Еще какие-то штуки. Текущее снаряжение. Да, я явно захочу это заменить. Бронзовые наплечники. Конечно, я хочу это заменить. Сила атаки будет больше. Да. Да, хочу завершить перелет. Но думаю, я опять прилечу в тот город. Знаете, так. Бот спасает золотую цикаду. Из этой фразы у меня только, господи, два слова знакомых. Спасают и золотую. Что такое цикада, боц? Кто такой боц? С помощью NPC Анжу, грозовая долина, телепортируйтесь в подземелье, перевал, вилки и поговорите с боц. Боц, я так понимаю, это какой-то товарищ. Цикада, я не знаю, что такое цикада. Да ладно. Меня еще больше пугает еще кое-что. Так, перевал вилки. Во. Мне туда нужно. Что с тобой? Тигренок? Тигренок, блин, я тебе тоже это нельзя использовать, жалко. Блин. Ну блин. Да, жалко. Так, завершить, бот спасет. Давай.
прокачать навыки какие-нибудь. Вот у меня уже поднакопилось этой штуки. Так, ураган. Я обычно использую тебя и тебя. Значит, лучше прокачать эту штуку. Ну да, вот это прокачаю. А нельзя ее прокачать сейчас, а? Да, вот тебя прокачаю. Да, эту штуку я не смогу прокачать, да? 2000 нужно. 2000. Свирепый тигр. Двойной тигр. Что такое двойной тигр? У него... Почему он двойной? Какой дебил придумывает название этим монстрам? Что-то я не понимаю. Кстати, трава офигенно шевелится. Двойной тигр. Тогда уж лучше назвали человекоподобный тигр как-нибудь или как-то еще. Может, это же... Ну, блин, свирепый тигр. Ну ладно, свирепый тигр, это еще понятно. Видите, он тигр, он свирепый. Да и то, думаю, с одного такого замаха по его голове, то он бы уже был бы мертв. Так что это тоже немного нелогично. Ну да ладно, будем убивать просто тигрят и так далее. Истреблять их рот. И тем так нравится, когда их убивают, да? Вау. Погоди, что? Перит, что такое перит? Перит, я же какой-то перит нашел. Перит! У меня есть перит. Так, F3, F2. Ой, ё-моё, господи. Появляются просто ниоткуда, засранцы такие, а. Двойной тигр, давайте двойного тигра еще. Давай, двойной тигр, давай, получи. Критический урон, давай. Кстати, сколько у меня? 166 уже, ну, еще лучше. Лучше намного, двойной тигр, еще один, давай. А, так это я еще должен за какое-то время сделать, за 30 минут. Думаю, я это смогу сделать за 30 минут. Думаю, это быстрее даже сделаю. F3. Так, 4. 2. Все время, знаете, такая комбинация. Думаю, рано или поздно мне надоест это все делать. Двойной тигр, нужно еще одного такого. Так, вступить в бой. Выйти из боя, вступить в бой. Я что-то не понял, в чем смысл этой фразы была. Так, еще парсового тигренка нужно найти. Свирепого тигра. Давай. Давай, я знаю, ты где-то тут. Сейчас такой прям зас... Ого, ну привет. Привет, малыш, но ты умрешь, извини, конечно. Извини то, что я тебе так рано сказал. Но ты и правда умрешь. Беняга. Шкура белого тигра. Ну, он же нифига не белый тигр, это свирепый тигр. Что с вами не так, создатель игры? Так, Монахтан. Куда мне теперь идти? Ага, ну я понял, куда мне нужно идти. Нет, я немного не понял. А, нужно было еще чуть дальше шагнуть. Так, монах. Монахтан. Ну еще ж ты монстра, мародера. Че-то я не понял немного вас. Ну нет же. А вот создательный знак это не то. Окей, давайте туда еще раз. Ладно, немного вас не понял, товарищи. А. Ну, офигеть теперь. Просто офигеть. Ну ладно. Побегу туда. Да. За мной офигенная толпа. Я на сейчас всех соберу за собой. Надеюсь, этот монах умеет драться. Там мне будет очень нехорошо, так скажем. Да, ну, думаю, ты умеешь играться. Монахтан. Монахтан! Чуть как какое-то проклятие. Ну, зашибись, он еще и исчез. О, дизик. Монахтан. Ну и что ты собираешься делать со мной? Монахтан. О, боже, его бьют же. Монах должен перейти пост невредимым. Ну это не получится, ребят, он его уже бьют. Это нечестно будет. Я не смогу это сделать. Ну давай. Давай, блин. Эх, чертов тигр. Я почти уверен, что его убить вообще никто не сможет. Это же очевидно. Ну круто. Двойной тигр, ну давай. Получи. Так, F2, F3. Так, давай теперь тебя будем бить, давай. Что-то там еще... Да.
Эти криты, у меня походу криты какие-то выскакивают. Двойной тигр, ну хорошо, давай, получи. Да. Видимо, ему больно. 168, ну, я его явно превосхожу в атаке и в силе. Этот дебил почему-то на меня все равно идет. Куда мне с тобой идти-то нужно? Боже, туда. Ну ладно, это не так уж и далеко. У меня еще 500 секунд есть. Наверное, могу сходить в туалет. Или типа того. А, хорошо, я его выполнил. А, хорошо, я его выполнил. Куда мне теперь дальше идти? Лол, что? Погодите. Что за фигня такая? Погодите. Что за... Ну, а что мне теперь делать-то нужно? Ладно, похоже, эта штука лаганула. Давайте на этом я и закончу. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик. И до скорых встреч. И всем пока. Всем пока.